Сколько событий происходит за год на нашей планете? Да еще каких? Но мы, конечно, и помышляем рассказать обо всем. Наша задача гораздо скромнее. Мы как бы перелистываем страницы киножурналов, и некоторые события ушедшего года снова возникают на экране. Кольский полуостров, Хибин, плато Расвумчор. Здесь на 1000-метровой высоте открыта первая очередь центрального рудника. Апатит, камень плодородия, пойдет отсюда на поля страны. 12 миллионов тонн руды в год. А ведь еще совсем недавно здесь, по голой полярной возвышенности, прошли первые геологи. И вот уже построен рудник, и люди празднуют трудовой успех, а где-то по новым тропинкам геологи идут дальше.